Вот смотри, вот на наплавляйке вот этот слой черный, который лысый, вот он с него облазит, с этого слоя. Видишь, он отрывается. Вот. Ну, как бы были дожди, я думаю, он еще не успел полимеризоваться. И хотя дожди были дня через, наверное, 2-3 после нанесения. Вот. А вот здесь, где слой шершавый, здесь высохло, здесь не снимешь. То есть он прям ровно до него. Хотя нифига не до него. Вот этот шов мокрый, и он в этом шве не высох. Он снялось вместе со швом снялось. Вот тебе и казанский. А вот здесь, конечно, в шершавую прилип. Но толку от него. Вот принципиальная разница. Смотри, вот казанский нанесенный по сухой. Вот от ногтя происходит вот такая вот история. По сухой, и у него было время высохнуть. А вот видишь, да? А вот акваблок, нанесенный поверх казанского. У него не было времени высохнуть. И вот мы. Он не пленкой сходит, он просто от того, что я его отдираю ногтем с большим усилием. И то это от. Он в один слой поверх. А вот здесь, допустим, вот в таких местах. Ну, сходит, конечно. Но совсем с другим усилием. А вот акваблок нанесенный, когда начал моросить дождик. И он был нанесен равномерно, а в итоге расплылся. Ну, особо не отслаиваться. А, он еще и разбавлен был. Особо не отслаиваться, просто расплылся в дырочке. Сейчас сверху будем еще одним слоем покрывать.